Друзья, всем привет! Сегодня начали мы пахать. Пашем кукурузу, как видно. Вот такая вот пахота получается у нас. Пашем за 15-23, вот сейчас доедет. Вот пашем МТЗ 15-23 трехкорпусным плугом, и как видно, плуг сейчас забило. Хоть и углосним уже приварили, все равно забивает. Пашем сантиметров на 30. Тестировал мы наши самодельные углоснимы. Ну и вот, сейчас. Оно вообще вот один из самых лучших, самый одинутый. Хорошо, но вот потерял, один одервало его. Было на сварке. Вот сразу кучу начало горнуть. Начало забывать плуг. Сейчас поедем еще один отвал распустим, приварим, наверное. Если кому-то нужны размеры, то вот здесь 13,5-14 сантиметров. Мы отмеряли и отрезали. Мы просто отмеряем 13,5 сантиметра. Вот здесь, например, и вот здесь. И вот так вот просто отрезали его вот такой вот полосой и привариваем. Если у вас отвалы вот такие, как у нас, и здесь получается вот такой треугольник. Его бы желательно заварить. Ну, или вы можете, конечно, попытаться вот так вот его, вот такой вот линия его отрезать. Но мы не пытались его отрезать. Мы просто вот сюда вот так вот аккуратно довариваем треугольник. Вот сейчас покажу. Вот, мы доварили треугольник, как видно. А видно, конечно, плохо, вот. Сейчас видно, что вот треугольничек. И замечательно. Что хотелось сказать про этот. Вот такой вот у нас получается, ну, угол. Если кому надо, вот так. Вот. Ну, здесь сантиметров 8.